Смотрите фильм «Электрическая акула». Анапа! Город, который пережил вторжение барабулек и нападение арбузов. Но теперь к городу возвращается старая угроза. Акула! И это не просто акула. Это плывущий электрический заряд, который превратит каждого в цыпленка барбекю. В эфире срочные новости. На наш славный городок Анапу, помимо изнуряющей 40-градусной жары, напало еще одно недоразумение. Это электрическая акула, которую вывел наш местный бизнесмен, чтобы развлечь народ. Но что-то пошло не по плану. Несчастные и обездоленные жители нашего города, не выходите на улицу, избегайте затемненных мест, не рискуйте своей жизнью, пусть ей рискуют ваши соседи. Я богатый бизнесмен. Нет, нет, я не буду закрывать пляжи. Я и так понес убытки из-за ковида, а вы меня хотите разорить полностью. Нет, я этого не потерплю. Акула все равно потом выйдет на сушу, и вы ничего не слышали. Но вот у акулы закончилось электричество, и она уплыла. Но кто знает, когда она вернется в следующий раз. Алло. Да, Джесси, дорогая, привет. Нет, я не дома. Ты ведь знаешь, что уже несколько дней подряд с электричеством какая-то странная ерунда происходит. Свет то включается, то выключается сам по себе. Так вот, я думаю, все дело в линиях электропередач. Наверняка сбоит какой-то кабель. Решил сходить в лес и проверить. Буду через час, не переживай. Что за... Электрическая акула. Так вот, кто во всем виноват. Но ведь акула электрическая, а электричество не любит сырости. Я знаю, что делать. Больше электричество никогда тебя не подпитает, тварь. Куси-ка этого.